Виды иллюстраций. Какие виды иллюстраций мы используем в своей проповеди? Ну, первое — это библейские, конечно. Это первый вид, который я хотел бы сказать, представить вам: библейские иллюстрации, библейские истории. Апостолы использовали Ветхий Завет в своих проповедях. Они брали истории, те же древние истории о Моисее, о выходе из Египта, о странствовании в пустыне, о Агаре и Саре и так далее, использовали библейские иллюстрации. Заметьте, что часто, вот, когда мы читаем проповеди апостола, мы видим, что они полностью не пересказывали иллюстрации, потому что люди знают в основном. Они обращались к людям верующим. Но достаточно даже упомянуть, если мы проповедуем в церкви уже верующих людей, знающих Библию, и сразу в памяти людей всплывают эти события. Чем хороши библейские иллюстрации? Они имеют авторитет и силу. Они придают проповеди авторитет и силу. Они достоверны и надежны, потому что боговдохновенны. Не все иллюстрации, которые мы приводим или читаем в газетах, достоверны. Библейские иллюстрации достоверны. Библейские иллюстрации расширяют знание Библии. Если мы хотим, чтобы наши слушатели лучше знали Библию, больше мы будем приводить библейские иллюстрации. Они будут больше узнавать Библию. Библейские иллюстрации имеют высокую художественную ценность. Разве история об Иосифе? Это прекрасная история с точки зрения литературной. О жертвоприношении Исаака, о Есфирь, о Давид и все истории, связанные с жизнью Давида. Высокая художественная ценность. Потом, тем самым, когда мы приводим библейские иллюстрации, мы отдаем должное Библии и показываем, что Библия применима к жизни слушателей. Мы побуждаем слушателей к изучению Библии через библейские иллюстрации. Вот мы заставляем их, если они чего-то не знают, они начинают думать. Я хочу прочитать об этом. Интересный пример. А что я знаю об этом? Они обращаются к Библии. Ну и потом, когда слушатели будут опять читать Библию, Дух Святой может использовать эти иллюстрации, чтобы напомнить наш текст проповеди, как он связан. Великие проповедники часто использовали иллюстрации из Библии. Вот в первой своей проповеди, вот, Ориген, например, использует так иллюстрации из Библии. В своей первой проповеди на «Песни песней», мы уже обращались к ней, и он говорит о разного рода песнях, упоминаемых в Библии. Он говорит: вы должны выйти из Египта, и когда земля египетская окажется позади, вы пересечете Красное море, и первой вашей песней будет: «Воспоем Господу, ибо Он велик и славен». После этого, подходя к святой земле, у берегов Иордана, пойте песнь Моисея: «Слушайте небеса, я буду говорить, и пусть земля внимает словам уст моих». Вновь вы должны сражаться во главе с Иисусом Навином и завладеть святой землей и принять ее в наследие. И пчела, то есть Девора, должна пророчествовать вам и судить вас. И вы поете эту песню, песню Деворы. В песне Давида, записанной в книге царств, когда в очередной раз ему удалось скрыться от руки врагов его, от Саула, говорится: «Господь, сила моя и песнь, он соделался моим спасением». Далее вы должны идти к Исаии, чтобы с ним сказать: «Воспою возлюбленному мою песнь, возлюбленного моего виноградника его». И дальше он приходит уже к песне песни, то есть он идет о песнях Библии и говорит. И так интересно получается, красиво. Одна песня, вторая, третья, что написано в Библии, и переходит дальше. И также говорит Златоуст, например, он часто подкрепляет мысль сравнениями из Ветхого Завета. Вот, и показывает истину этими примерами. Например, он говорит: хочешь, я кратко укажу тебе, что не место спасает, а образ жизни и произволение. Адам в раю, как в пристани, потерпел крушение. А Лот, живя среди содомлян, как бы в море спасся. Иов заслужил оправдание, будучи на гноище. А Саул, пребывая в чертогах, лишился и здешнего царства, и будущего. И так далее. И библейские цитаты помогают, ну, как-то иллюстрируют вот эти библейские истории, иллюстрируют мысль, которую хочет донести проповедник. Иногда проповедники даже очень много используют. В одной проповеди Весли кто-то насчитал 109 цитат из Библии. Ну, это уже, наверное, была длинная проповедь, может быть, часа два. Весли иногда долго говорил и много использовал таких иллюстраций. Можно вспомнить короля проповедников Спеджина. Вот как красиво он использует иллюстрации. Например, ветхозаветную иллюстрацию для описания Божьей милости. И вот он обращается к истории взаимоотношений Ахава и Винодада. Ахава, израильского царя, и Винодада, сирийского. Он говорит: помните Винодада, когда он был побежден и завоеван, и Ахав преследовал его? И некоторые из народа сказали ему: мы знаем, что цари Израиля – милостивые цари. Пошли людей своих к Ахаву, и, может быть, он пощадит нас.
Винодат отправил своих людей к царю. Прежде Ахав никогда не являл свою милость ему. Винодат лишь слышал о милости царя. Итак, пред Ахавом предстали люди его. И что же ответил царь? «Жив ли еще мой брат Винодат?» «Истинно говорю тебе, бедная душа, если ты не ощутил милости Божией, другие ее испытали, ибо он милостивый царь, приди к нему». И он на этом примере, что Ахав милостив, он говорит, что Бог намного более милостив. Ты можешь прийти к Богу вот в своих грехах, такой, как ты есть, и ты получишь благословение. Если обращаться к проповедям наших русскоязычных проповедников, вот, особенно записанных в Крынице, ну и Крынице Життя, или, скажем, Братский Вестник, особенно вот старые добрые проповеди, там мы найдем очень и очень много библейских иллюстраций. Очень много. То есть братья особенно использовали иллюстрации из Библии, считая их такими серьезными, важными, достоверными, заслуживающими внимания. Вот, ну и это помогало изучать или понимать лучше Библию. Вообще вот обращение к библейским иллюстрациям, оно позволяет видеть саму Библию в новом свете. Вот когда мы их используем, когда мы их применяем и цитируем в своей проповеди, мы как бы в новом свете видим Библию. Можно их пересказывать как-то своими словами, не обязательно просто вот так, как написано, как-то по-своему пересказать, и оно становится интереснее. Вот здесь мне интересным показалось, как один проповедник обращается к истории, связанной с Давидом. Вот, и он не просто пересказывает какую-то историю, что Давид делал. Он когда пишет, как Давид писал Псалом 23, и он так начинает. «Давид выпрямился, потянулся и зевнул. Позади был день, наполненный репетициями, привычными профессиональными занятиями с музыкантами, певцами и танцорами. Партитура и хореография были замечательными, и Давид остался более чем доволен. Псалом был хорош, короткий, ясный, идеально подходящий к событиям. Пришлось повозиться с фразой «Кто взойдет на гору Господню и станет на святом месте его?» Но в итоге все получилось. Псалом прекрасно прозвучит в исполнении хора. А четыре условия вхождения на гору Господню, они получились просто замечательно. Четкие, лаконичные. На святом месте станет тот, у кого руки не повинны и сердце чистое. Тот, кто равнодушен к мирским бренным ценностям. Тот, кто не божился напрасно. Чистые руки, такие же чистые, как его собственные. Неожиданно воспоминания нахлынули на Давида. Воспоминания о том, как он отмывал эти чистые руки, стараясь уничтожить все следы того кровавого преступления. Как это могло случиться? И далее размышления вот о грехе Давида. То есть здесь автор пересказывает историю в другом свете. Художественный вымысел. И оно сразу привлекает внимание. Мы так привыкли к этой истории, а когда попытаться воссоздать обстановку, в которой Давид писал, занимался, что-то делал, вот сравнить псалмы, связать с историей Давида, мы по-другому это воспринимаем. Первое – библейские иллюстрации. Второе – сравнение иллюстраций с повседневной жизнью. Ну, это самое простое. Где вам найти иллюстрации? Проще всего. Живете и говорите о том, что делаете, что видите и как живете. И такие иллюстрации будут близки к слушателям. Вы видите жизнь, вы показываете, вы видите то, что они видят. Так делал Спержен. Спержен приводил очень много примеров из повседневной жизни, даже из таких областей, как зоология, ботаника, рыболовная ловля, охота, астрономия, химия, зоология, ну то, что было вокруг людей, то, что люди видели, слышали, те же звезды, те же животные рядом, и обо всем он приводил примеры. Тоже делал Иоанн Златоуст, вот одна из его проповедей, он обращается к самой простой иллюстрации, к кладбищу. Вот мы сегодня говорили, тоже упоминали это. И он говорит, «Пойдем, прошу тебя, ко гробам, и увидим свершающиеся там таинства, увидим разрушившееся естество, изъеденные кости, сгнившие тела. Если ты мудр, поразмысли, и если разумен, скажи мне, кто тут царь и кто простолюдин? Кто благородный и кто раб? Кто мудрый и кто неразумный? Где тут красота юности? Где привлекательнейший взгляд? Где миловидные очи? Где прекрасный нос? Где розовые уста? Где цвет ланит? Где блестящее чело? Не все ли прах? Не все ли пепел? Не все ли персть? Не все ли червь и зловоние? Не все ли тление?» Люди очень хорошо понимают, что такое кладбище. Самая простая ясная иллюстрация, чтобы показать смертность этой жизни. Или вот Уайтфилд. Это Спержен, проповедь «Песнь ночи». Вот, например, он приводит такую иллюстрацию из жизни мира природы. «Мне кажется, так говорят о подсолнухе. Хотя я задаюсь вопросом, правда ли это, что он поворачивается к солнцу.
Но я уверен, что так происходит с цветами Искупителя, которые растут в его саду. Они не только смотрят на солнце, но они находят истинную жизнь, тепло и преобразующее воздействие того, кто для них все во всем. Все во всем. Иллюстрации, связанные с повседневной жизнью. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com. Следующий — личный опыт и жизнь других людей. Еще один тип иллюстрации. Кстати, сам апостол Павел, помните, он обращался к иллюстрации о своей обращении, то есть говорил о своем обращении. Вообще, вот иллюстрации, связанные с личным опытом, они, ну, больше и сильнее могут воздействовать на других людей. Вот, кажется, Робинсон в своей книге показывает вот воздействие силы иллюстрации. Он рисует такие круги. Вот один круг. И вот здесь маленький круг и маленький круг. И он объясняет так, что вот этот большой круг – это образование человека. Образование. Маленький круг – это опыт. И вот это круги, эти круги справа, скажем, характеризуют проповедника. Круги слева характеризуют слушателя. И по его мнению, самые сильные иллюстрации вот здесь находятся. Когда опыт проповедника и опыт слушателей пересекается. Скажем, когда вы работаете в деревне на поле, и вы проповедуете людям, которые там же работают, и вы приводите иллюстрации из жизни сельскохозяйственной. Может быть, другая ситуация. Вы, скажем, живете в городе, вы там никогда не работали, но вы прочитали об этом. И тогда вот эта иллюстрация, вот это то, что связано с образованием вашим. Вы прочитали, и вы приехали в деревню и рассказываете что-то, ну, о сельскохозяйственной жизни, чтобы быть ближе к людям, чтобы, ну, как-то людям передать эту истину. Но эти иллюстрации уже не имеют такой силы, потому что, ну, вы-то сами по себе не знаете этого хорошо. Вы просто об этом прочитали. Вот. Или же вы рассказываете о том, что могли там прочитать слушатели. Но эти иллюстрации тоже, они чуть, скажем, мы приводим примеры из истории. Мы об этом прочитали, слушатели об этом знали, там, или Достоевского, или там, жизни Наполеона и так далее. Но они не близки к нам. Эта иллюстрация несколько удаленная от нас. И вот он говорит, что самая сильная иллюстрация – это вот когда пересекается опыт слушателей и опыт проповедника. Если пересекается образование слушателей и образование проповедника, это уже менее значительные иллюстрации. Ну, а бывает такое, что, скажем, проповедник, вот, он имеет свой опыт, он приводит вот эту иллюстрацию. Допустим, он приехал в деревню, он приводит иллюстрацию из... работы на заводе. Да, работы на заводе или там работы компьютера, как загружать программы и так далее. А люди, в опыте людей этого нет. Они не представляют, о чем идет речь вообще. О чем ты говоришь? Или наоборот, там кто-то приехал из деревни, рассказывает человеку, который не видел плуга ни разу, не стоял с плугом, он рассказывает о том, как это делать. И вот, скажем, человек, вот, он этого не представляет, он не знает. И для него эта иллюстрация имеет мало значения, малую роль. То есть, если это из другого опыта. Хотя она может быть интересной и поучительной. Скажем, врач рассказывает иллюстрацию, мне нравятся там какие-то из области медицины. Вот если непонятные, близкие, они могут быть, хотя они не в моем опыте, но они тоже могут быть полезными. Но самые близкие и полезные иллюстрации, вот это когда опыт людей пересекается. Ну, а опыт людей пересекается, скажем, в каких иллюстрациях? Ну, самых простых. Скажем, когда мы говорим о вопросах, вот брат приводил, печали, когда люди теряют близких. Это практически со всеми бывает. Дети, родители, смерть, уход людей. Вот это близкая иллюстрация. Когда мы об этом говорим, это то, что каждому близко. И вообще, примеры из личной жизни, они могут быть неплохими и полезными. Вот, и многие проповедники этим пользовались. Например, Уайтфилд вот рассказывает, начинает. Там, когда мне было 16 лет, я начал поститься дважды в неделю в течение 36 часов, взятых вместе. Много раз на день молился, принимал причастие каждое воскресенье, постился во время великого 40-дневного поста, доводя себя чуть не до смерти, посещал служение не меньше 3 раз на день и так далее, и так далее. И это интересно, людей сразу привлекает. А что? Что с ним произошло? Чем это закончилось? Какие выводы из этого? Муди много иллюстраций приводит из своей жизни. Вот один из них звучит так.
Хочу поделиться опытом своим. В Филадельфии на одном из служений пьяный мужчина встал со своего места. До того времени я совсем не верил в то, что пьяница может обратиться ко Христу. Обычно я сталкивался с негативными примерами. Но этот человек поднялся и начал кричать: «Я хочу, чтобы за меня помолились». Друзья, бывшие с ним, попытались усадить его на место. Но мужчина лишь начал кричать еще громче, повторил свою просьбу 3 раза. Его крик был услышан, он получил рождение свыше. У Бога есть сила изменить человека, даже если он алкоголик. Такие примеры часто приводил Муди. У Муди вообще было много примеров, он хорошо запоминал их, как-то систематизировал, помнил, он их использовал очень много. Спержин тоже часто использовал иллюстрации. Например, вот он говорит в своей проповеди: «Я слышал об одной женщине при смерти, которую посетил служитель. Она сказала ему: „Я хочу задать вам один вопрос, ведь очень скоро я умру“. „Конечно, задавайте“, ободрил ее служитель. „О, страдальчески произнесла умирающая, я так хочу знать, будет ли на небе отдельная для меня комната, потому что я не могу представить, как эта ненавистная Бетси, кухарка, будет со мной в раю. Она такая грубиянка“. Служитель повернулся к женщине и сказал: „Даже не беспокойтесь, уважаемая, вам нечего бояться по этому поводу. Потому что, пока вы не избавитесь от вашей напыщенной гордости, вы вообще в рай не попадете“. Вот такие иллюстрации, примеры из жизни, интересные, понятные, какой-то приводит какие-то благословения. Но относительно иллюстраций из жизни, здесь нужно одно отметить, что иллюстрации должны быть скромными. Вот чего может не хватать. Иногда мы слышим, проповедники приезжают какие-то, рассказывают о таких страшных там событиях в своей жизни, как они, скажем, особенно если кто-то пережил, там где-то сидел очень долго, и какие-то были, я слышал, у нас один проповедник, как он рассказывал, как он в камере, значит, там к нему подселили, чтобы его опустить, он одних побил, потом еще подселили 3, он тех побил, потом еще подселили, он тех побил. Вот это была такая яркая проповедь, но она, по сути дела, привлекала больше внимания к самому человеку. Вот какой необычный, интересный человек, какой сильный, мощный. В иллюстрациях мы не должны привлекать внимание к себе. Или, скажем, там человек говорит: вот когда я прогуливался по Иерусалиму, вот, и там говорить везде об этом, или там проходя по Манхэттену, вот, в Нью-Йорке, ну, и это привлекает внимание к человеку, вот, он, к себе, где он был, что он видел, кто он такой, или когда он слишком много говорит о своем обращении, как он много для Бога сделал, ну, это обычно негативно сказывается на слушателях. То есть не, надо все-таки в меру. Не слишком привлекать внимание к себе. Вот этот момент важен в иллюстрациях, когда мы личные иллюстрации рассказываем. Mm-hmm. Вот стараться привлечь внимание к Богу. Апостол Павел тоже говорил о себе, но он так быстро переходил ко Христу. Он немного, он мог бы рассказать, помните, он говорит: я влачил в темнице, там убивал. Он мог бы начать рассказывать: вот я зашел в один дом, вот я открыл, там была семья верующих, я схватил там женщину, потом дети, я тех. И он мог бы так это живописать. Он старался не привлекать к этому внимание. Внимание надо привлекать ко Христу. Он сказал: я был грешником, я был вообще как урод, как изверг какой-то. Бог меня спас. И вот так мы должны тоже использовать иллюстрации. Скромность, скромность в иллюстрациях. В своих знаниях, что мы знаем, что мы прочитали, что видели. Ну, еще пару иллюстраций, вот прежде чем мы закончим этот раздел. Поэзия. Великие проповедники часто используют поэзию. Очень красиво. Тот же Чарльз Финей, Спержен. Ну, здесь стихи из поэтов, какие-то Александр Васильевич Карев. Кстати, часто цитируют из песен что-то. Например, Карев вот пишет: «Мы не знаем, что будет восхищение церкви. Мы знаем, что будет восхищение церкви. То есть часть церкви Христовой не увидит смерти. И мы поем: о, радость туда перейти без страданий, без боли недуга, без бук умирания, быть с Господом в славу Его восхищенным, куда Он возьмет своих». Вот. Или он говорит о том, как Христос омывал ноги ученикам, потом они были в горнице, и дальше он продолжает и говорит: об этом месте мы поем прекрасную песнь. Мир, полный мир, хоть зло вокруг кипит, но на груди Христа мир царит. Много есть хороших отрывков, вы сами можете читать, взять Лермонтова, есть хорошие стихи. «Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами, золотые мочив края своими слезами» и так далее. Вот очень такие духовные некоторые, хорошие стихотворения. Пушкина что-то есть. Есть классики русской поэзии, сейчас есть сборники. Фет, Майков, Надсон, Льдов, Мережковский, много других поэтов собрано. Вот. И есть очень хорошие стихи, которые могут украсить, быть своего рода жемчужиной вашей проповеди. Когда мы говорим о воскресении Христа, мы можем
вот привести ну, такую иллюстрацию или пример. Со смертью для нас кончается не все. Могила чудная из жизни пробуждения. Когда живем, мы думаем, что падаем в нее. Умрем, возносимся на небо в изумлении. Вот, и так далее. И эти стихи касаются сердца больше. Поэзия вообще касается души. Поэзия, если красиво, если это недолго, там пара куплетов, 2-3 куплета могут очень красиво создать обстановку и проиллюстрировать ваши мысли. И другие иллюстрации. Кроме того, другие иллюстрации, пословицы, поговорки, история, цитаты. Сегодня мы слышали, кто-то приводил из вас, да, цитаты других людей. Вот ссылки на астрономию, на разного рода другие дисциплины. Вот. Хорошие цитаты, кстати, ну, мы цитируем, они доставляют, добавляют авторитет. Когда мы берем, скажем, Спержин сказал, о, сразу так авторитетно, да, Спержин сказал, конечно, там или Муди, или еще кто-то, когда мы ссылаемся на других людей, вот это обычно вот, хорошо действует на слушателей. Ну, если это в меру, если мы в меру красиво передаем эти иллюстрации.